Салтанат, а как прошли выборы у вас в Мангыстауской области? Спасибо, коллега. А у нас в Мангистау проголосовало 82,4 избирателя. В список избирателей были внесены 14 144 избирателя, а в день голосования участие приняли 11 650 человек. Всего выбирали 10 акимов из 25 претендентов. Главной особенностью прошедших выборов было присутствие в бюллетенях графы «против всех». Среди принявших участие в голосовании избирателей «против всех» проголосовали 279 человек. Итоги явки озвучил на брифинге председатель Мангистауской областной избирательной комиссии Асхар Рзаханов. Если пройтись по районам, по Бенюшскому району явка составила 87,27%, по Каракианскому району 84,7%, по Мангистаускому району 85,4%, по Чупарганскому району явка составила 78,5%. Избирательные бюллетени были внесены 25 кандидатов. В том числе в 5 избирательных округах по 2 кандидата, в 5 избирательных округах по 3 кандидата. Так, в лидерах Бенюсский район 87,2%, далее Мангистауский район явка составила 85,4%. Стоит отметить, самому молодому акиму 26 лет, а самому возрастному 60. Из избранных 10 акимов 7 являются государственными служащими, в том числе 2 акимов избрали повторно. Стоит отметить, обращений или жалоб, поступивших в избирательной комиссии в день голосования, не было. Студия. Спасибо, Салтанат. Наши корреспонденты в регионах рассказали об итогах выборов сельских акимов.